нафиг, не! Оп! Бета, что ли, православная помогает. На встречку лайту нам уже не катит. Мы уже на встречку харду едем, да. Тяжело там заезжать. Не кидай, не кидай, держи его. Это же не подрамник, правильно? Хорошо. Все выше и выше. Я решил на камеру сыграть, встать. Мне кажется, надо не сзади, а ехать наверх. Заехал хорошо, прям душевно. Что объездными путями-то? Давай, давай. И что тут делать? А то все по лайту. Сейчас по кромке поедем и до уступа вниз. Я вижу там ленточку. На встречку лайту нам уже не катит. Мы уже на встречку харду едем, да. А, сейчас Серега вниз сейчас полетит. Так, он красиво отсюда выбрался. Бета, что ли, православная помогает. Тихо, 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 тихо. Давай, поднимаем. А елочки мы тоже пахнут. Стой, стой, стой. Какая радость. Поедешь в харде, меня бери. Буду таскать. Серега уже внизу умотал. И два австрийца наверху. Смотрите, как сейчас у Бета подрамник отлетит. Ну, сто пудов, сто. Давай, давай, давай. О, вниз. О, да! Не так все это пафосно Серега было. Серега не стоит 5000. Вот подрамник на Бете 5500 стоил.
Сейчас, наверное, около 7. А Серега, я думаю, больше не продается. Мы приехали сюда страдать. Давай страдать будем. Ну или двигайся, я буду страдать. Я тебя здесь брошу и пойду дальше. Не переживай. Давай, давай, давай! На елочку его, да? Скалолазы чем-то напоминает, как горные бараны. Ходит по камешку. То же самое. Минус фара. Только фара? Да. Слетело. Достаточно вертикально там. На водопой приехали. Дома тем более сейчас горячую отключили, здесь теплее вода, чем холодная в кране, бля. О, блядь! Ох ты, ёб! Что это такое? Это Серега, блядь. Здесь раньше, блядь. Я говорю, раньше нормально было, блядь. Я еще думаю, дай откроюсь, тут же этот, блин, площадка была. А он тоже ускорился кверху. Ух ты! Ну,
Хорошо. Не торопись, не торопись. Не торопись. Облепиха, облепиха. Почти. Красава! Ух! Муха.
Блин, залупа, ты куда лезешь? Здрасте. Упоротые КТМщики-то, а? Человек, блядь, приехал сюда еще молодым. Мы до него еще не доехали. Хотя можно попробовать на третий.